Сизбания крупноцветковая меконг. Растение похоже на акацию, только комнатное, где-то до 1,5 метров высотой вырастает. Цветки до 30 сантиметров длиной получается. Этот цветонос от 20 до 50 небольших мелких цветов. Так поняла, оно больше к фасолевым относится или бобовым, потому что семечки вот как маленькие фасолинки. Тоже перед посадкой по инструкции замачиваются на несколько часов в питательном растворе для прорастания семян. И у меня уже постояли почти 4 часа. И вот сейчас я буду их высаживать. Также по одной семечке на каждый стаканчик, потому как это деревце, им потребуется больше места. Ну, сколько прорастет, посмотрим. Если мне понравится, то я буду, конечно, такие еще заказывать. Также засыпаю сверху небольшим слоем грунта. Тут получится где-то около 0,5 сантиметра, сантиметр, не больше. Грунт универсальный, цветочный. Специализированного такого не надо, им этого достаточно будет. Также сверху опрыскать, накрыть пленочкой и поставить в теплое, хорошо освещаемое место. Сильно много я не увлажняю, тем более перед тем, как положить семечку, нижний слой я всегда обязательно смачиваю, но не сильно, чтобы не загнивало, ничего не портилось. И также обыкновенные пакетики просто разрезала на маленькие квадратики, потому что на стаканчике такие крышечку не найдешь. Под стеклом мне тоже не понравилось, бывает и воздух пропускает, поэтому пакетикой, резиночкой завяжу. Вот у меня вместо резиночки малярный скотч, так как резиночки у меня не было, была только одна. Ничего, он хорошо также отлепливается, и можно будет снимать, проветривать и на место прилеплять. Вообще сам процесс любой посева семян несложный. Ой, не получилось что-то. Главное правильно подготовить семена и грунт. А посеять никакой сложности не составляет. Справится любой новичок. Даже вот такие вот резиночки есть. Нашла. Сделала. Так вот. Все, 3 стаканчика готовы. Как только появятся первые всходы, сниму видео и покажу, как они будут выглядеть.